Здорово, Степка! Здорово, привет. Ты сюда? Ну? А какой повод? Я тут себе карточку кредитную приобрел. Вон она. Ого! Гляди. Грузлюня. А сколько у тебя там на карточке? Нисколько. Все деньги на приобретение карточки ушли. Совсем все? Ну, не совсем все. А быть покупку хватит. А-а-а. Но я их не на карточке держу, а на кармане. Ушли. Ну, чего, хватит нам столько колбасы пол-литра закусить, нет? Ну, не хотел тебя огорчать, но я в газетке читал, что именно в этой колбасе обнаружили трансгены. Понимаешь? Господи. Генетически измененные вещества. О, и чего от них бывает? А выпьешь, Иванушка, из этого трансгенного копытца и обернешься каким-нибудь тусканчиком. Да не хочу я тусканчиком это. Иди вон, продавец! Продавец! А вам что-то подсказать? Да, подскажите мне, ед колбаса у вас этими трансгенами или как? Да, да. Ну, вообще-то есть маленькая. А почему на ней это не написано? А что вы имеете против генетически модифицированных продуктов, объясните мне? Между прочим, даже человек – это генетически модифицированная обезьяна, извините. Да пушай он хоть енотом будет! Я хочу знать, что я жру! Да, 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 это грустно. Грубое нарушение прав потребителя. Ну, и вот почему вы не информируете население? Да, отвечай. Видите ли, не орите, у нас и так продолжительность жизни невысокая. Ну? Будет население много знать, скоро состарится. Вот именно поэтому, Хрюн, ты о правах потребителей ничего и не знаешь. Ладно, пошли от этого, придется без закуси пить. Да. Ну давай уже, открывай же, ну. Ну-ка, сейчас мы ее... Погоди, Хрюн, у нее срок годности вышел. Вот смотри, ты-то куда смотрел? Да на ее я и смотрел. Гляжу, водка стоит, но я и купил. А почему? Почему они просроченную продают? Вот скажешь, я виноват, да? Надо было сразу проверять. Надо четко и на зубок знать свои права как потребителя. Сейчас я тебе их расскажу. Похоже, это он. А, точно, пошли. Ну, теперь я правами потребителя подкован, как скаковая лошадь. Фиг мне небось кто обманить. А, извините, Хрюн Боржов? Ну, а чего? Вы имеете кредитную карточку. Да, я там завел, а чего? Ваше дело передано в суд. Какой еще суд? Чего это? Дюх, у вас на карточке было 0 рублей. А поскольку мы увеличили стоимость обслуживания вашего счета, то вы оказались нам должны. Да, чтобы погасить ваш долг нам, мы дали вам кредит, да, по которому набежали большие проценты. А поскольку проценты вы вовремя не выплатили, набежал большой штраф. Да что же это такое? Я про все это впервые слышу, вы чего? Не надо, мы вас информировали, вся информация есть на нашем сайте в интернете. Нет у меня никакого интернета, и вообще я свои права уже знаю. Ваш кредит – это навязанная услуга. Разбираться будем в суде. Ладно, только меня намекинь, теперь не проведешь. Ни генетическую колбасу, ни просроченную водку, ни навязанную услугу меня теперь не подсунешь. Да, 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 мы вам не простые потребители, а хорошо информированные. Вот. Сейчас мы это поправим. Здорово, Степка! Приветик, ты куда? Да сюда, вот, ну вот. А какой повод? Да вот тут я себе карточку кредитную приобрел. Вон она. Ой,